объединяют в один поток, так называемый поток сильнейших, но вот почему-то в этот раз Юлия Раскина попала в более слабый поток. На судьи это не могло не подействовать. Оценки ее, так скажем, были высоки, но не настолько, чтобы она поучаствовала в борьбе за медали в многоборье, и в итоге она лишь пятая. Зато в финалах трех видах она выступает. Один из них мы, к сожалению, пропустили, как я уже говорил. Второй на ваших экранах сейчас Юлия Раскина, упражнение с обручем. Очень немножко, буквально на какие-то доли.